Крупную коммунальную аварию устраняли этой ночью в Москве. На улице Поликарпова в районе Боткинской больницы поздно вечером прорвало трубу с холодной водой на одном из предприятий. По предварительной версии, магистраль могла не выдержать морозов. В итоге затопило участок дороги длиной почти в километр. Аварийные бригады открыли все ливневые стоки, а когда вода схлынула, проезжую часть обработали реагентом, чтобы не образовался ледяной каток. Тем временем коммунальщики в Твери почти сутки ликвидировали аварию на теплотрассе, из-за которой без отопления оказались 110 многоквартирных домов, в которых проживает более 10 тысяч человек. Накануне температура в помещениях не превышала 15 градусов. И как только что стало известно, теплоснабжение полностью восстановлено.